Три человека погибли в Чувашии от отравления угарным газом за 2 дня. По данным Следственного комитета Следственного управления по Чувашии, 2 человека отравились сегодня в 3:30 в Канаше, и 1 случай произошел в Чебоксарах накануне. Сегодня около 14:30 в одном из металлических гаражей, расположенных в гаражно-строительном кооперативе по улице Машиностроителей в городе Канаше, были обнаружены тела 64-летнего хозяина бокса и женщины, личность которой в настоящее время устанавливается. По данному факту канашским районным следственным отделом Следственного комитета проводится доследственная проверка. Как следует из материалов проверки, тела мужчины и женщины обнаружил племянник мужчины, который отправился на поиски своего дяди, поскольку тот ушел из дома накануне, и с тех пор его никто не видел. Открыв дверь, запертую изнутри 2 комплектом ключей, он обнаружил тело дяди, расположенное на полу недалеко от ворот гаража, и тело женщины внутри стоявшего в гараже автомобиля ВАЗ-2105, зажигание которого было включено, а бензин закончился. Повреждений на телах погибших, а также следов борьбы внутри помещения визуальным осмотром не обнаружено. По предварительным данным, причиной смерти является отравление угарным газом. Кроме того, около 8:30 6 декабря на территории предприятия, специализирующегося на грузовых перевозках, в кабине грузового автомобиля «Фрилайнер» было обнаружено тело 39-летнего водителя. По данному факту следственным отделом по городу Чебоксары Следственного комитета проводится доследственная проверка. Тело погибшего обнаружил его отец, который пришел проводить в очередной рейс своего сына. При этом внутри кабины также находилась газовая горелка, а двери и окна кабины были плотно закрыты. По предварительным данным, причиной смерти мужчины явилось также отравление угарным газом. В настоящее время признаков, свидетельствующих о криминальном характере смерти умерших, не имеется. По данным фактам проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В целях экспертного установления причин смерти погибших назначены судебно-медицинские исследования их тел. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.